Всем привет! Сегодня разбираем песенку группы «Гражданская оборона. Моя оборона». Под гитару посмотрим, как играю ее я. И подробно разберем все моменты. Поэтому обязательно ставьте лайки, пишите комментарии под видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить пятничные веселые стримы под гитару. Поехали! Оказался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал. А в горле сопят комья воспоминаний. О, моя оборона, траурный мячик стеклянного глаза. О, моя оборона, солнечный зайчик дешевого. Начнем с вступления. Вступление такое я сделал. Его, конечно, нет в оригинале. На аккордах, значит, такого типа, да? Ля минор. Потом аккорд бас-ля у нас остается. Остальное выстраивается в аккорд фа-мажор, да? И аккорд параллельным смещением. Тоже бас-ля остается открытый, да? А другие у нас это соль-мажор. Вот. И бой у нас какой идет? Вот такой у нас цикл боя, то есть... По струнам, грубо говоря, пятая, четвертая, там, да, и третья. А потом делаем глушение. Глушение у нас делается ребром правой ладони, да? Где-то вот здесь вот в начале струн, да? Находим то место, где они еще, где они и звучат, и в то же время глухо звучат, да? Вот. И у нас получается, значит, открытое, потом два раза по закрытому, да, глушение. Потом опять открытое. Два раза по закрытому. Еще раз. Открытое и закрытое. Вот у нас цикл. Бам, глушение, глушение, бам, глушение, глушение, бам, глушение. Потом опять пошло. Бам, глушение, глушение, бам, глушение, глушение, бам, глушение. Таким образом мы обыгрываем аккорд ля минор, фа мажор, соль мажор и опять фа мажор. И первый куплет мы играем именно таким образом, да? То есть на аккордах именно вот на квинтах, грубо говоря, да? То есть один раз сыграли на ля минор, да? Потом фа мажор, да? Опять же играем преимущественно здесь по струнам верхним, то есть шестая, пятая, четвертая, да? Открытое, глушение, глушение, открытое, глушение, глушение, открытое, глушение. Потом у нас идет такой переход. То есть аккорд соль мажор мы опять же на бары играем. Здесь у нас как бы бой делится между двумя аккордами. Между аккордом соль мажор, да, и аккордом вот этим, да, си. Между аккордом соль и между аккордом си. То есть мы первый кусочек играем на аккорде соль. То есть открытое глушение, глушение.
А остальное мы все играем уже на аккорде Си. Сильней. На аккорде ми мажор мы полностью обыгрываем этот цикл. Потом опять последний кораблик остыл, последний фонарик устал. Вот эта строчка в горле коми воспоминаний, я все время играю каким образом? Я провожу по струнам вниз и возвращаюсь по трем струнам первым. Вниз. И также на аккорде ми мажор. То есть на аккорде до мажор. Вот, и у нас начинается припев. Припев играется в таких аккордах. Аккорд ля минор, фа мажор, до мажор, ми мажор. Бой, наверное, называется восьмерка, точно не уверен. Поправьте, если я не прав. Давайте сначала полностью посмотрим, как он играется, да? Сам цикл боя, а потом посмотрим, как он делится между аккордами. У нас как бы цикл боя делится между аккордами ля минор, фа мажор и между аккордом до мажор и ми мажор. То есть два раза по басам, по басовым струнам, потом акцентированный удар вниз. Потом вниз, вверх, вниз, вверх, быстрый, да? Потом опять бас, акцентированный вниз и вниз, вверх. Еще раз. Бас, бас, акцентированный вниз, вверх, вниз, вверх, бас, акцентированный вниз, вверх. Еще раз медленно. Бас, бас, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, бас, вниз, вниз, вверх. И как у нас делится, значит? Видим, да, что первые два удара баса на аккорде ля минор, вниз, вниз, вверх, это у нас аккорд ля минор. Дальше, вниз, вверх, бас, вниз, вниз, вверх, это уже аккорд второй, да? То же самое на аккорде до и ми. Бас, бас, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, бас, вниз, вниз, вверх. Ну, надеюсь, понятно, да? И играем мы это быстро, да? Здесь такой момент, как нам переходить с аккорда на аккорд, что вот эти два удара вниз-вверх быстрые, да, на первом аккорде, то есть бас-бас, вниз-вниз-вверх, вот на этом вниз-вверх быстро мы можем уже начинать переставлять аккорд следующий. То есть у нас звучат открытые струны там, допустим, да, но мы сделаем зато переход более плавно. Бас-бас, вниз. Видим, да? Говоря, после, перед каждым аккордом вот эти два быстрых перехода в каждом аккорде, да, последние, на них можно перескакивать вот именно в этот момент, играть, продолжать правой рукой, а это уже переставлять аккорд. Ну, не знаю, надеюсь, понятно. Значит, второй куплет я играю на аккордах барре преимущественно, да? И бой там такого типа. Вот цикл, значит, вниз, вниз по басам, да? Вниз, вниз, вверх, бас, бас, вниз, вниз, вверх, бас, бас, вниз, вниз, вверх. Пластмассовый мир. По два раза мы, да, на каждом аккорде. Пластмассовый мир. Как будет картонный набор. Здесь вот на аккорде соль и аккорде си, да, мы как бы по разочку играем. Ликует картонный нотбах. На аккорде ми мажор полностью. И опять же у нас вот этот вот переход. Опять у нас припев. Припев также играется все динамично. И третий куплет я играю, в принципе, так же, как и припев. Да? Таким же боем вот этим вот. Быстрым. Сыграли мы третий куплет, и опять у нас припев. Все.
Кажется, ничего не забыл. Если вдруг какие-то вопросы еще остались, пишем, да, комментарии. Ну и все, кажется, больше ничего нет. Все. Пишите свои впечатления, свои замечания, свою критику. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание, пока.